Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что ж, будем продолжать задание за растения, но вначале посмотрим задание дня, взгляд в будущее. Мне очень интересно. Ага, ржавый разряд наверняка получит кровавую луну в этой игре. Уничтожение стратегической колоды зубостезилы, зеленая угроза поможет сдержать напор зомби. Хорошо, давай попробуем пройти. Не знаю, получится ли у нас с первой попытки, но надо постараться. Значит, нужно нам сдержать напор зомби. Слушай, я не знаю, вот это, наверное, мы с тобой уберем. Угу. Первый ход есть, второй, третий. Поехали, попробуем так. Кровавая луна, значит, да? Опа, опа, появился, смотри-ка кто. Нет, родной, тебе здесь не место. Ну-ка, обмен. Так, в ответочку. Ну что же, начало неплохое. Опять у нас Бонг Чой. Хм, а если я сделаю вот так? Посмотрим. Уничтожает растение. Ну кто бы в этом сомневался, а? Хорошо, сейчас попробуем с тобой вызвать огурец. Не дай боже, он его тоже раздавит, а? А он может. Опа, надгробие. Кто же там у тебя, а? Кто у тебя там может находиться? Оу, как неудачно, ребята, а? Мы получим еще два урона. Да, огурец не может нам добыть карту, пока не сделает урон. Вот в чем проблема. Еще одно надгробие, да? Блин, как бы мне сделать-то так, а? Все зомби на земле получают минус один. Ну а если я, предположим, сделаю вот так? Ага. Тут тоже понизил мне атаку. Так, и минус три. Плюс вытягивает карту. Это нехорошо, на самом деле. Бедный огурец погиб у нас. Банан. Ага. Слушай, он достал уже со своими надгробиями. Вот я тебе серьезно говорю. Просто достал. Так, Бонг Чой тогда вызовем с тобой. И, наверное, сделаем, ко всему прочему, вот так. Замечательно. И добор карт. Ну, уже что-то, уже что-то. Так, кто здесь? Ага. Опять этот ханыга. То есть он одними вот этими вот собирается играть, что ли? Ну, не знаю, ребята, получится ли у него тут. Мы можем уничтожить всех зомби на земле, в принципе. Или просто их разбомбить. Но мне кажется, что, наверное, нам лучше использовать вот это вот. Как ты думаешь? Да, наверное, так и сделаем. Окей, смотрим, что он будет делать дальше. Ага, решил все-таки делать добор карт. Понятно. Как бы мне вот это вот, ребята, вызвать, а? Чтобы у нас появлялся подсолнух. Кто там у тебя появился? Ну, блин. Вот как-то не вовремя, на самом деле, ты тут появился. Ладно, сделаем с тобой вот так. И вот так. Надеюсь, будем с тобой делать добор карт. Главное, чтобы хорошие карты нам выпадали. Так, что у нас тут? О, звездочка. Отлично. И подсолнух. Замечательно. Еще один огурец. Слушай, а тут можно разгуляться, по идее-то. Давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем вот так. Это раз. И вот так. Это будет два. Поехали. Так, размещает зомби-астронавта. Я этому нисколько не удивлен. Абсолютно. Окей. Так, мы получили урон. Сейчас будем вытаскивать с вами карты. Оу, горохострел. Так, у него защита сработала, да? Бонг Чой. Так, мы с тобой получаем энергию. Так, вот теперь надо подумать, что бы нам сделать. Но этого мы можем уничтожить. Причем в легкую, да? Давай его подобьем. Это раз. Во-вторых, мы, наверное, поставим с тобой
Блин, он, наверное, уничтожит. Тогда сделаем вот так. Да? И поставим с тобой, наверное... Да ничего не будем пока делать. Так, превращает всех в зомби, ё-моё. Вот как, да? Вот как он сделал. Ха-ха. Куда ты перемещаешься? Сюда. Да, немножко обидно, что у нас огурец погибает. Но зато у нас теперь два горхострела. И еще один огурец. Слушай, неплохо идем. По большому-то счету. Газонокосилка даже. Сейчас мы уничтожаем с тобой этого гаргантюа. Здорово, да? И будем уже, наверное, идти в наступление. Сделаем с тобой вот так. Проводит бонусную атаку. Давай, наверное... А, нет, 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 нет. Лучше мы с тобой вот так сделаем. Ну-ка, посмотрим. Уничтожает растения. Понятно. И уничтожает все растения. Ё-моё, только этот у меня остается. Ты прикинь, что он сделал, а? Ну, подсолнух-то мы все равно получаем с тобой. Да что у меня за колода такая, состоящая из одних огурцов? Ты посмотри. Нет, 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 парень. Блин, плохо, что он его сюда позвал. Может быть, нам сделать с тобой эволюцию, а? Давай сделаем. Так, и, например... Сейчас, секундочку, сейчас подумаем с тобой. Если я поставлю, например, сюда огурец, ну, а сюда бонг-чуя, да? Или вот сюда лучше? Ну-ка, проверим. Так, уничтожает растения. 4 или больше. Так, ну есть бонг-чо еще, который может нанести 3 урона. Слушай, по-моему, он все, ребята. Сфейлился, скажем так. Подожди-ка, что он там дудит? Да, ребята, ничего ему тут не помогло. И мы с тобой прошли это самое испытание. Космические огурцы нам в этом деле помогли. Ты сам это видел. Мы выбирали карты. И вот эта вот кровавая луна ему не помогла. Ну, а мы с тобой, естественно, переходим уже за растения играть. Так, и у нас здесь... Ага, разгром. Атака безумного рестлера. Ну что, оставляем с тобой бабаха. Будем начинать, пожалуй, с него. Так, ну, в принципе, рука меня вполне устраивает. Можно, конечно, поменять орех. Вот этот вот. Во. Так даже лучше. Могилоед, он всегда пригодится. Ход зомби. Нет у него первого хода. Если я поставлю кактусенка, я боюсь, ребята, что он его раздавит шаром. Поэтому я не хочу сейчас идти на такие риски. Ананасовая бомба. Это уже получше. Так, смотри, видишь, как-то у него появился. Здесь уже, конечно, можно сделать вот так. Поехали. Тупо обменяемся ударами. Два в лицо я получил, два в лицо разгром. Дальше, опа-на. Могилку он вызвал. Нет, парень. Как-нибудь без этого. Вот оно что, да? Погнали. Опять обмен. Так, пока идем нога в ногу. 16 единиц здоровья у нас, 16 у врага. Но он подхилиться решил. Он решил подхилиться. Ну что, мы тогда с тобой сделаем следующим образом. Я поставлю, наверное, вот сюда вот ягоду. Нет, вот сюда вот я поставлю ягоду. И при всем при этом я еще вот так сделаю. Ну что, призрака, естественно, мы с тобой сейчас завалим. 3 в лицо. Ну и 3 тоже, конечно, урона сейчас получим с тобой. Но это терпимо еще, это терпимо. Виноградина нам выпала. Так, зомби в броне. Это, конечно, плоховато. Какие будут предложения? Он уничтожит, да? Мы потом в него бомбанем. Но этого все равно будет недостаточно. Так что я предлагаю, наверное... Я предлагаю, наверное, сделать, знаешь как? Вот таким вот образом. Поехали. Да, кактусенок у меня погибнет. А он еще смотри, что делает, а? Понизил, чтобы вот этого ханорика оставить в живых, ты понимаешь? Что он делает? Ягода сейчас у нас тоже уничтожится. Но зато наш вот этот вот прокачался.
Так, еще зомби в броне. Понижаем, да, значит, атаку, защиту. Ну, здесь, наверное, мы с тобой сделаем следующим образом. Я поставлю вот сюда. Да, вот так мы сделаем с тобой. Поехали, ребята. Так, этого уничтожим. Призрака тоже уничтожим. Плюс прокачка. Защита сработала. Так, ага. Давай-ка вот сюда мы с тобой переместимся. И вот этого зомби тоже уничтожим. Пока все хорошо. Смотрим, что дальше. Кто это? Кто? Ах, вот ты кого вызвал. Ну, это ты, парень. Зря. Это тебе не поможет. Хлопнули. Дальше я, наверное, вот сюда вот поставлю имитатора. Погнали. Уничтожает растение 2 или меньше. Вот это плохо. Я хотел на самом деле здесь, чтобы он сделал мне дубликат нашего короля. Ну, по-моему, все, ему крышка, ребят. Разгром, как говорится, довоевался. Ну, а мы с тобой, естественно, продолжаем и переходим на следующий бой. Почему, ребят, я в последнее время усиленно стал играть в эту игру? Я хочу пройти основную сюжетку, чтобы потом играть на арене, играть вместе с вами. В общем, вы поняли. Давай продолжать. Ох, ё-моё, заморозк. Блин, мне кажется, это один из сильных героев на самом деле. Да-да, именно заморозк. Ну и поменял. Ну что вы мне даете? Первый ход, второй есть, да? Ладно, давай смотреть. Я выставить никого не могу, а заморозк тоже никого не стал ставить. Ладно, это нам дает некую передышку и набор карт. Смотри, у нас с тобой появился песик. Ну, если я даже, например, вот сюда его поставлю. Что у него здесь? Блин, ну вот это плохо. Это плохо. Ладно, друзья мои, теперь у нас есть амфибия. Можем мы ее куда-то поставить. Слушай, он запарил. Давай я вот сюда на воду поставлю. Ох, ядрить, антигерой, 6 в лицо сейчас получим. Блин, вот неприятно. Это очень неприятный персонаж. Что можем сделать? Бананом его уничтожить, да? Угу. А вот это вот парень не пойдет так дело. Здесь бомбанули. И вот этого тоже ханурика уничтожаем. Иначе он будет прокачивать зомби, который вылезет отсюда. А тут появляется, блин, опять. Еще 6 в лицо. Слушай, он припарил. Могила еда у меня нету. Вот в чем проблема. Так, смотри. Блин, не получается, да, не хватает. Совсем чуть-чуть. Кто же там у тебя, а? Мне кажется, что у него опять вот этот вот ханорик будет. Не знаю, почему мне так кажется, но вот именно он, наверное, будет. Так что давай сделаем. Поставим мы с тобой. Так невыгодно. Короче, сделаем с тобой вот так вот. Сюда переместили. И вот сюда тоже поставим. Посмотрим, ребят, кто. Опа, он прокачает его. Ну да. И что? Минус один, минус один. Смотри, что творит. Ладно, этого уничтожим. Надо теперь кого-то сюда ставить. Иначе 8-3, это как-то больно. У нас есть, в принципе, бомба ананасовая. Можем ее задействовать. Слушай, ты не достал ли, а? Вызывать. Ну вот что мне тут прикажешь делать, а? Как мне здесь быть? 6. У нас 6 энергии всего. То есть тут как вариант. Либо я подбиваю просто вот этого. Нет, я, наверное, сделаю именно вот так вот. Поставлю сюда вот этого. И посмотрим, кто здесь появляется. Ага, пират, а здесь? Блин, с прочерком, а? То есть 5 в лицо мы еще получим с тобой, да, дополнительно. Сработала защита. Пузырь, пузырь, естественно, пока не стоит даже активировать. Как мне вот с этим разобраться, а? Защитник. Слушайте, друзья мои, а то, что защитник, это хорошо. Я не знаю, кто у него здесь. И, возможно, у него есть карта, которая может уничтожить мне моего защитника. А если я, например, здесь потрачу 2 в лицо, тоже не вариант, да? Получить. Давай вот так вот сделаем, посмотрим.
Три энергии у него еще. Смотрим. Не, ребят, нам повезло. Сейчас мы их тут всех накажем. Бабах. Этому тоже в ответочку. Отлично. Кого он сюда? Вот я не знаю, ребята, кто здесь у него стоит. Эволюцию делать? А смысл? Не вижу. Поэтому мы, наверное, с тобой сделаем, знаешь как? Поставим вот сюда. И дополнительное здоровье, чтобы нам продержаться. Нет, 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 нет. Все, ребята, это фейл. Он прокачает вот этого. Ах, даже так. А, нам все равно крышка, да, он пробьет. Друзья мои, ну, тоже мог знать, что у него и будет рикошет. Я даже и подумать о нем не мог на самом деле. И, как ты видишь, я надеялся на нашего защитника. Теперь я буду знать, что у него есть чувачок этот. Ну что же, давай тогда мы с тобой быстренько попробуем. Вот, могилоед нам пригодится. Но будем мы его выставлять с тобой, наверное, на более поздней игре. Ну вот это вот, ну вот зачем? Надо, кстати, убрать. Здесь я не вижу, чтобы были такие особо крупные противники. У него еще шар есть, да, который может нам уничтожать. Ладно, если он будет сейчас вызывать могильники эти, мы будем их уничтожать надгробиями. Вот эти вот. Не надо никакой прокачки. Убираем. Пиратик там был, да? Но мы урон-то получаем с тобой в лицо. Вот в чем проблема-то вся. Три энергии. Крокодильчик у нас, да? Опять. Блин, он уже прокачает его. Хорошо, короче, сделаем с тобой вот так. Угу. Вот что он сделал. Слушай, ты запарил? Взял еще и рикошет сделал. Блин, ну вот сейчас мы наполучаем-то с тобой. 14 хп у нас остается. Опять сейчас, да, могилку? Ну, конечно же, конечно же. Так, есть предложение, короче, сделать. Не дай боже, у тебя там рикошет, а? Нет, ребята. Получается, мы получим с тобой... Сколько? 6 в лицо, да, ко всему прочему. О, он еще и этого прокачал. Слушай, ну ты достал. Просто достал в корень. Что у нас здесь? Пузырь, пузырь, хорошо. Мы с тобой вот сюда перенесемся. Нам просто надо атаковать эту зомбариху. Иначе будут проблемы. Так, с картами-то я смотрю, у него тоже там не очень хорошо, да? Еще вышло. Еще вышло, блин. Давай, наверное, мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Можем еще маленечко прокачаться. А зачем? Пока не знаю, ребят. Давайте смотреть, что будет. Упс. Смотри, что творит, а. Прокачал. Так, минус один, минус один. То есть заморозка остается просто-напросто без карт. Так, уничтожаем эту. И три в лицо. То есть у нас с тобой 7 хп остается. Хорошо, самое главное, что у него карт нету. Ну, кто там? Ну, понятно, я даже не сомневался в этом. Если бы мы бы знали, кто здесь, да, можно было бы сразу активировать. Тогда сделаем немножко по-другому. Да 100% там рикошетник стоит. 100% тебе говорю. Давай проверим. Ага. Видишь, рикошетник, поэтому хорошо, что я не стал рисковать, а вот уже напрямую, как говорится, сделал. Еще, да? Тут, кстати, тоже может быть рикошетник. Поэтому как нам сделать с тобой лучше? Наверное, бомбануть. Вот так вот. Опа, опа, опачки. Блин. Не рикошетник. Ё-моё, ну навызывал-то, а. Ну навызывал он, конечно. Мне даже некого, ребята, здесь поставить. Я могу, конечно, сделать вот сюда крокодильчика, предположим, да? Вот сюда орех. Просто посмотреть. Блин, немножко не хватает энергии. Ну-ка, кто здесь? Блин, ты прикинь, ты специалист по орехам.
Офигеть. Да, друзья мои. Убирает. Убирает эту чувырлу. Так, если у нас с тобой сработает защита, это будет хорошо. Проверим. Ну-ка. Окей. Мина. Конечно же, сюда бросаем. Сразу же, туда же и думать нечего. Блин, где мои защитники? Где кто? Хила у меня нету, это понятное дело. Но он сейчас будет надгробие свое выставлять. Ага, так. И он сохранил еще энергию. Ну, мы с тобой знаешь, как сделаем? Погоди-ка. Ну да, мы с тобой сделаем вот так. И вот так. Уничтожаем вот это вот надгробие. Окей. И ко всему прочему я поставлю еще желуди. Уничтожает растение. Ладно. Так, он остается полностью без карты. У меня, кстати, тоже нет карты. Если сейчас надгробие вызовет, это будет трындец, ребят. Хотя, пускай лучше вызывает надгробие. Так, что мы можем сделать? Упс. А мы сделать-то ничего... А, нет, можем, ребята. Можем. Я уже запаниковал. Вот это, кстати, хорошо. Давай сюда вот его поставим. И чтобы нам не получить урона, мы с тобой еще маленечко прокачаемся. То есть, чтобы нам сохранить желудь. Понимаешь, да, о чем я? Окей. Так, смотрим дальше. О, ягодка. Нет, парень, ты уж извини, но тебе здесь не рады. Зомби там у него был. Смотри, мы можем нанести сейчас 2 единицы урона прямо в него. У него остается 5 хп. Здесь сработает 100% защита. Сейчас посмотрим, что ему там выпадет. У него, наверное, будет заморозить всех растений моих. Нет. Крышка ему. Фух, справились. Отлично, ребята. В первый раз неудачно получилось, да, он меня все-таки перехитрил. Ну, а здесь, как видишь, мы его перехитрили, и все у нас удачно получилось. Ну, и мы переходим с тобой на третий бой. Кто у нас тут выпадет? Опять разгром? Хм. Повторюша, дядя Хрюша, значит, да? Значит, мы с тобой оставляем, пожалуй, вот это все, что у нас есть. Поехали. Разгром начинает игру с плюс 5 единицами здоровья и зомби с конусом. Лучше бы он цветочный горшок на голову нацепил. Точно. Ну что, давай, наверное, уничтожим этого ханурика. Нечего ему тут делать, во-первых. Так, у нас есть с тобой фруктовый взрыв. Ну, естественно, я его пока тратить не буду. Смотри-ка, он тоже ничего не делает. Ха. Он ничего не делает, и здоровье у него 25 хп. Вот оно началось, конечно же. Вот фиг его знает, кто там у него сидит. Опа-на, неуязвимый зомби. Жалко, мы как тусенка с собой потеряли. Это, конечно, очень плохо. Так, виноградина, да? Опа! А вот этому парню здесь делать, наверное, нечего, да? А мы его сможем подбить? Можем. Здесь наносим 3 урона. И добиваем вот так вот. Поверь мне, лучше уничтожить короля. Иначе он начнет тут вытворять такие дела, что будет нам очень неплохо. Слушай, он заколебал, а? Хила теперь вызволил. Теперь он вызволил хила. Короче, давай вот так с собой сделаем. Надеюсь, у него нету. Есть. Но у него не шар, у него вот этот. Но все равно, ребят, все равно плохо. Ладно, бомбанем. Одна единичка здоровья у него остается. Так, ягодка. Вот ягодка нас как раз здесь, наверное, и спасет. Ё-пересоте. Что нам сделать? Как нам быть? Ну что, будем, наверное, импровизировать. Здесь и поблизости, да? Короче, ставим сюда амфибию и делаем с собой эволюцию. Уничтожаем вот это вот надгробие. Там, кстати, тоже был зомби неуязвимый. Твою ж налево, но все равно мы успеем его подбить. У нас будет с собой 1 единица урона. Этого мы нахлобучим. Но вот то, что мы с собой 4 урона получим, это, конечно, не есть хорошо.
Как вот с этими теперь гавриками разбираться? Есть кактус. Ну как же ты достал, а? Я боюсь, у него там будет прочерк. Ладно, короче, делаем с тобой так. Сюда ягоду. Сюда кактус. Посмотрим. Упс. Ты смотри, что творит, а? Ты просто полюбуйся. Два в лицо. Защита срабатывает и... Опа. Хотя бы так, ребят. Нифига он вызвал Гаргантюа 5-9. Ну, 6 в лицо-то мы ему, конечно, зарядим. У нас есть еще, как видишь, ананасовая бомба. Блин, горелый рыцаря позвал еще. Ну что, давай тогда делать так. Уничтожаем этого зомби. Ну а сюда ставим. Вот так. Другого варианта я не вижу. А этого зомби мы с тобой вот так уничтожим. Что? Опять у него эти челюсти, а? То есть опять Гаргантюа мы не добили. Живой гаденыш, а? У меня с картами просто большущие, ребят, проблемы. Ну и как? Воу-воу-воу-воу. Все, ребят, ну тут приплыли мы с вами. Тут мы с вами, по ходу дела, приплыли. Груша меня здесь, наверное, не спасет. Как она меня здесь может спасти? Да никак. Давай смотреть. Единственное, если он вот этого гаденыша превратит в кого-нибудь более хиленького, это будет классно. Так, ягода прокачивается. И всего лишь 7 хп у нас с тобой остается. Так, нет, он вызвал здесь зомби в броне. Это плохо. Это очень плохо. Ну чё, поехали. Другого выбора все равно у нас нету. Зомби получает плюс 3, плюс 3. То есть ты понимаешь, да? Блин, кактусы. Понятно все. Понятно все, что он тут вытворяет. А почему это он мне нанес... О, ну хотя бы кукуруза. И то спасибо. Сколько мы наносим? 4 единицы урона. А этот-то, по-моему, выживет, да? Или нет? Проверим. По-моему, вот этот выживет. Да, друзья мои. И 8 в лицо нам сейчас прилетит вот от этого зомби. Твою ж налево. Короче, идем сейчас смотреть колоду Бабаха. И набираем, естественно, тех самых могилоедов. И побольше карт, которые уничтожают всяких Гаргантюа и так далее, да? Смотрим. Так, мина одна всего лишь. Это не годится, ребята. Одна мина, это плохо. Нам нужно намного больше. Так, могилоед есть. Точнее, не могилоед, а который уничтожает могилы. Так, это все хорошо. Пускай остается. Вот орех можно, конечно, было бы убрать. Микс, наверное, уберем с тобой один. Так, три могилоеда, это хорошо. Почему-то у меня только одна мина. Я не могу понять, а что я такого брал сюда? Что я выставлял? Давай берем, наверное, с тобой ягоду одну. И возьмем еще мину. Так, теперь хотелось бы посмотреть, чем мы можем с тобой уничтожать этих гаргантюа. Причем сразу и быстро. Да нам нечем. У нас единственное, что есть вот это вот, да, и... ананасовая бомба. Все, больше ничего нету. Вишню я, наверное, все-таки уберу отсюда и поставлю... И поставлю я сюда что? Поставлю я еще одну мину. Не варик. Защитника. Если только так. Дожить бы до этого всего финала, ребята, да? Три мины, кактус, короче, могилоед и уничтожитель могил. Поехали. Надеюсь, сейчас у нас все получится лучше. Видишь, он еще зомби вызывает, который имеет неуязвимость. Так, ну здесь мы можем минус с тобой, да, бомбануть. Вот это вот убираем. И этого убираем. Вот так вот. Могилоед есть, все отлично. Так, я знаю, что он там будет делать. Естественно, для подстраховки ставим с тобой сюда мину.
Ты посмотри, что он творит, а? Он еще безумие сделал. То есть два в лицо получим. В любом случае, как бы он тут не выпендривался. Смотрим дальше. Так. Призрак. Нам лучше сделать, наверное, вот так вот. Да? И, ко всему прочему, вот таким вот образом. Погнали. Два в лицо, понятное дело. Так, получи. Нам достается кукуруза. А вот они пошли и могилки. Уничтожаем. Ага, хотел мне атаку понизить. Ты понял, да? Кого он там вызывал. Ну что же, три в лицо мы ему даем. Это уже хорошо. Есть имитатор. У нас есть с тобой имитатор, но... Куда нам его поставить, пока не знаю. Давай сюда вот его влепим. Все равно этот уничтожить не сможет. А мы с тобой что-нибудь придумаем, да? Дальше. Даже сделаем покруче. Вот так вот. Во. Пошел процесс. Блин, защитник. Это, конечно, хорошо. Но немножко не вовремя. Кто у него здесь может быть, а? Ума не приложу. Понятно. Зомби с неуязвимостью. Вот это плохо. Вот это очень плохо. Ну что, делаем с тобой двойничков, да? Будет это у нас вот это деревце. Пенек. А он все хиляется. А он все отхилом занимается. Так, призрак. Ну, это ерунда, что он тут творит. Мы с тобой делаем вот таким вот образом. И согласись, вот это будет круто. Так, получил. Два в лицо. Еще получил. И тут два в лицо. 7 хп у нас. Вот плохо то, что вот этот чудик на воде находится. Но у нас есть защитник. Рыцарь. Он, естественно, наверное, его прапает. Будет прапывать или нет? Слушай, не знаю. Что-то он ничего не сделал. И ставим с тобой сюда защитника. Поехали. Совсем другое дело. Смотри, что у нас получается. Так. Этого уничтожаем. Этого тоже убьем. И призрак бесполезный здесь. Так, кукуруза у нас с тобой есть. Смотрим, кого он сейчас будет здесь выставлять. Вот так вот, да? Перетянули, короче, мы его. На воде можно поставить призрака. Ну зачем, если мы можем с тобой сделать... Или погоди-ка. Ну, сюда можно амфибию влепить. Нет, давай-ка я, наверное, все-таки... Сделаю вот так вот. Давай, бомбанем с тобой призрака. Заодно немножко покалечим этого зомби. Так, что там у тебя? Что у тебя за карта? Я не знаю, ребят, по-моему, все, крышка. Да, выпендрился разгром. Со второй попытки мы его с тобой довольно легко разбомбили. И переходим на следующий уровень. И кто же у нас там будет? Давай-ка посмотрим. Заразительная сальса. А я его называл через С. Сальца. Типа сало. Ладно, давай менять вот здесь. Менять здесь. И вот здесь. Ну, в принципе, ребята, имитатор мне понравился. Да, чувачок стоит 3 энергии. Но в нем хорошо то, что его не так легко подбить. 1-4, даже то, что он наносит маленькую атаку. Но 4 хп, это очень классно. Потому что в основном зомби идут там с атакой 2 и 3. А вот это вот не очень хорошо, что здесь появилась могилка. Посмотрим, кто. Ага, ага, урон мне наносит, да? Так, ну, в любом случае, ей крышка. Пускай она тут не радуется. Дальше что мы с тобой сделаем? О, маленький амфибия у нас появилась. Я, наверное, поставлю его на воду. Пускай он там стоит. Ну, естественно, тратит. Хотя бы он тратит свою суператаку. Это тоже хорошо. Так, а вот теперь мы можем с тобой поставить уже имитатор. Да? Имитатор я вот сюда влеплю. Будет уничтожать. Фиг с ним, что он у нас без атаки. Зато он сможет сдублировать любое растение. Только вот мне пока... Блин, этого что ли дублировать? Хм.
Давай мы сделаем с тобой немножко попроще. Вот так вот переместим. Вот. Уже что-то, ребята. Уже появилась даже лужайка неуязвимости. 6 энергии. Так, смотрим, что он сейчас будет делать. Могилка. А вот дудки тебе. И кто? Блин, это плохо, ребята. У него будет еще энергия. Он кого-то... Он может уничтожить меня, имитатор. Но он этого не стал делать. Слушай, теперь вообще сейчас классно будет. Смотри, что мы с собой заделаем. Мы будем дублировать нашего защитника. Да пофиг, что он сюда этого поставил. Это нас не пугает. Мы сделаем вот так с тобой. Поехали. Ну. Так. Окей. Так, подхилился, это понятное дело. Как мы можем его с тобой бомбануть? Мину поставить, да? Оу-оу-оу-оу. Ну, здесь не страшно. Здесь не страшно, у нас он неуязвимый. Поэтому переживать пока не стоит. Наверное, я все-таки сделаю сюда мину. И ко всему прочему... Ко всему прочему, знаешь, что мы с тобой сделаем? Вот так вот. Опачки, да? И песик пускай будет здесь кружиться. Как подстраховочный. Смотри-ка, понижает специально. Ну, это хорошо, что здесь. Что он там? Собачку. Он уже не знает, как хильнуться. Уже не знает, что здесь сделать. Так, наносит 3 единицы урона. Ладно, бедный песик у нас пропал. Его сейчас забомбят. Мина бомбит этого гаргантюа. Пока все идеально. Ага, бесенка вызвал сюда. Он сюда вызвал бесенка. Груша у нас есть. Так, 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 подожди, подожди, парень. Так дело не пойдет, согласись. Ну. Поехали. Блин, бесенок на воде. Да ладно, фикси. Это не страшно, друзья. На, на. Получи. А, он же хиляется, точно, он же хиляется. Маловато, конечно, у нас с тобой героев здесь. Мина. Слушай, ты не припарил ли, а, столько брать? Ну, во-первых, мы с тобой поставим сюда вот так вот. Сделаем, наверное, с тобой грушу сюда. Да? И все это дело мы еще вот так прокачаем. Вообще идеально практически. Давай смотреть. Окей. Блин, он от... Он, прикинь, за счет вот этих гаргантюа отхилился полностью. Просто отхилился. У него 9 хп. Ладно, будем дальше продолжать. Хорошо, что нам выпала энергия вот эта вот. Ничего не стал делать. Я тогда тоже ничего не буду делать. Размещает 3 случайных гаргантюа. Да. Оу-оу-оу-оу, вот этот чудик опасный. Так, ну этого уничтожим. Вот с этим немножко будет посложнее. Но он неуязвимый у нас, поэтому переживать не стоит. Мы его все-таки уничтожим рано или поздно. Вот здесь вот немножко похуже. Нам придется применить с тобой магию, да? Да чтоб тебя, а. Ты посмотри, что творит. Че, они там получили все неуязвимость? Точнее, даже не то, что неуязвимость, а как это назвать-то? Короче, безумие у них у всех, понимаешь? Безумие. Давай вот так вот сделаем и сюда бомбанем. Поехали, ребят. Кто тут вылупится? Ага, лепрекон. Карту еще берет. Нет, 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 нет. Ну как так? Ты посмотри, что он достал, ребята. Блин. Ну ты понял, да? Сейчас нам пропишут здесь «Мама, не горюй». На самом деле это, я считаю, нечестно. У него этих гаргантюа целая куча. Ну ты посмотри, что он делает. Просто полюбуйся. Так все хорошо начиналось. Все так замечательно шло. И на тебе,
Чего там под танцовщиков еще размещаем, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что нам там выпадает? Давай уничтожать. 11 хп против 9. Кактус. Нет. По-моему, ребята, это бесполезно. Это бесполезно, потому что он постоянно вызывает. И здесь какой-нибудь, да? А, нет, здесь вон кто вылез. Но все равно 5 в лицо. Да, 4 хп остается. Дали мне, да? Ох! Еще и этот вылез. Все, по-моему, тут труба, ребят. Хотя защита может... Нет. О защите уже нечего говорить. Нет, сейчас сработает, конечно, после этого Гаргантюа. Ну, вот этого я уничтожить уже не смогу. Проиграли, к сожалению. Вот жучара, а. Одни Гаргантюа. Вот я сколько играю, но чтобы столько много еще ни разу не видел. Просто армия. И все подходило, да? И защитник-то у меня стоял на линии. И два даже было защитника. А вот теперь попробую так вот сыграть, чтобы все было идеально. Не получится. Но я все равно буду стараться. Поехали, я пока ничего здесь менять не буду. Так, пропускаем ход. Все равно нам с тобой здесь делать нечего. И начнем выставлять наших вот этих маленьких амфибий на воду. Наверное, да? Или как? Или сюда все-таки выставлять? Ай-яй-яй. Ну, 1-1, ладно, фиг с ним. Все равно уничтожим. Давай, малыш. Бомби в ответку ей. Так, у нас есть с тобой и орех, если что. Так, и могилоед. Так, давай сюда вот на воду его поставим. Так, восстанавливаю себе здоровье. Ладно, пускай. Пускай он этой ерундой занимается. У нас сейчас совсем немножко другая цель. Угу. Так, ну-ка давай-ка я поставлю вот сюда вот. Хочу просто посмотреть, что он будет делать. Ладно, фиг с ним. Он пока тратит заклинания. Я знаю, что у него там еще целая куча Гаргантюа будет. Вот они уже пошли. Ты понимаешь? Так, если я прокачаю, у нас есть с тобой возможность его бомбануть. Сюда я поставлю шипастую лужайку, пускай уже заранее будет стоять здесь. А этому кранты. Но самое неприятное, что он уже их начал вызывать. Ты что, издеваешься, что ли, а? Блин, он просто издевается надо мной сейчас. Поехали. Так, на тебе. Дальше что? Ягода у нас. Смотри, что творит, а? Смотри, что он творит. Как нам сделать-то лучше? Наверное, мы с тобой сделаем вот так. И как бы нам сделать-то? Блин. Ага. Можно сделать вот так. Посмотрим, друзья мои, что у нас из этого получится. Этого уничтожаем. Два в лицо. Что там у него? Наносит 3 единицы урона растению. Блин, груша ему помешала моя, ты понимаешь? Груша ему, видите ли, взбесила. Так, у него 10 кп. А, он же еще хиляется. Блин, я совсем забываю, что этот охламон хиляет, пусть скажу, урона. Началось. Поехало, как говорится. Ну что мы с тобой сделаем? Это надгробие уничтожим? Хотя там какой-нибудь лошпенчик был, потому что он протратился больше вот на этого. Ага. И давай-ка мы сделаем с тобой вот так. Где мой защитник? Мне нужен защитник. Еще 2 урона. Ребят, 4 хп у него остается, но вот как вот его сейчас пробить, а? Вот объясни мне. Он еще хильнулся здесь маленько. Блин, ну как вот тут сделать, а? Поставить сюда... Я не могу поставить сюда мину, да? Твою ж налево. Пропустим ход.
Уничтожает растения, ты понимаешь, что он делает? Вот так вот. Так, ягода подрастет. И еще 7 в лицо зарядит сейчас нам. То есть еще один удар, и вот от этого гаргантюа, и мы с тобой отдупимся. А он, судя по всему, неизбежен, да? А он, ребята, неизбежен. Удар. То есть я не смогу здесь ничего сделать абсолютно. Кактус мне здесь не поможет. Это меня не спасет. Вот если даже я так сделаю, да, предположим. Никак. Никак мне не выкрутится. Хотел бы, но не получается. Опять из-за вот этого водяного. Плохо. Что мы можем с тобой предпринять? Вот даже если подумать, как мы можем с ним справиться? Знаешь как, если только вытягивать его на сушу. У нас есть такое заклинание, да? Ну не у этого героя, конечно, а у других, чтобы вытянуть зомби, например, на сушу. Давай-ка я попробую сыграть, например, за капитана Огонька. Мы немножко сейчас подкорректируем здесь колоду, потому что у него довольно-таки слабые персонажи, как ты видишь. Это мы с тобой оставим. А вот мне нужно взять защитников. Есть они у нас? Нету. Здесь нет у него защитников. И особого такого я не вижу, да? Чтобы мы могли нанести ему офигенный урон. Офигенный урон. Даже нет у нас лужайки. Но все равно хочется посмотреть. По-моему, вот этот переманивает, если не ошибаюсь. Перемещает зомби на эту линию. Да. Вот его можно добавить сюда, к нам, в коллекцию. А убрать кого? Капусту? Давай уберем капусту с тобой. Не знаю, ребят, что из этого получится. Ничего, наверное, хорошего. Но разочек можно попробовать. Как говорится, для профилактики. Угу, что-то сразу какие-то уж больно жирные мне карты дают. Понеслась. Блин, а тут могилоедов нету, верно? Точно. У капитана Огонька нет могилоедов. И это плохо. Что, начинается? Ну, естественно, естественно, начинается. Кто там у него? Фиг его знает. Давай так вот сделаем. Ага. В любом случае уничтожим. А, тут обмен будет, ребята. Просто обменяемся. О, неплохо. И бунг-чуй у нас с тобой появился. Давай вот сюда я его поставлю пока. О, уничтожает. Ты посмотри, что делает. Да что ж такое-то, а? Так, давай уничтожим, наверное, с тобой. Раз. И вот так вот сделаем. Два. Блин, я совсем забываю, что у него есть всякие там заклинашки противные. Пенек. Вот, вот, вот. Началось, ребят, началось, короче. Так, наносит 1 единицу урона зомби. Так, за каждое растение. Блин, я даже не знаю, что сделать. Короче, давай вот так вот с собой, наверное, сделаем. Так, предположим. Окей. Так, удобрение, да, у нас есть. Смотри, что делает. Ну, что творит. Так, ну что, будем наносить 4 единицы урона? Тогда мы сможем бомбануть. Или же... особого выбора нету. 3-3 это нас не спасет никак. Да, придется так вот бомбить. Этот 5 все равно нам в лицо даст. Но, по крайней мере, этого водяного уничтожим. Окей. С этим-то что будем делать? Да ты запалил уже со своими этими... шмакодявками, я не знаю, как их назвать. Давай вот это вот сюда вот перемещай. Ну серьезно, достал, а?
Сколько у нас дает удобрения? 3 плюс 3. 6. Не хватает, да? И 7 в лицо-то, а? И как будет плохо. Ай, как будет плохо. Забомбит. Забомбит он мне его. Ну, ребят, я не знаю, как тут быть. Капитан Огонек, по-моему, здесь, ну, неэффективен. Нет эффекта, скажем так. Что он там делает? Минус один, минус один. Понятно. Сейчас еще уничтожит, да? А, нет, двух подтанцовщиков выставляет. Бамс, и 7 в лицо сейчас. На досуге, смотри, так. Пенек выпал. Так, что у нас тут? Антигерой, антигерой. Хм. А у него там есть уничтожить, да, ведь? У него есть. Давай проверим. Так, минус один, минус один. Наносит 4 единицы урона Арсению. Ну все, приплыли. Приплыли, ребятушки, мы с вами. К сожалению. Так, сейчас мы его кусанем еще разок. Вот так вот. Растение наносит бонусную атаку. Ну давай, предположим. Так, сейчас будет 4-4 у нас, да? Выставит? Ну конечно же, как же он не выставит сюда кого-нибудь? Ага. Конечно же выставит. Если я даже так влуплю. Кто у него здесь? Что за зомби? Кто-нибудь может догадаться, кто у него там? И по кому он бомбанет? По мне. Так, этого накрыли. Так, отлично. Этого уничтожили, и 2 в лицо мы с собой получаем. А, не делает урон? Странно. 5-5, сейчас будет уничтожать, да, мне это растение? Ах ты, вот как сделал. Блин, а он уничтожит в любом случае. Так, а если я сделаю вот таким вот образом? И вот таким. Кого он уничтожит? Никого, все, ребят, ему, по-моему, крышка. Или же нет? Крышка, да. Фух, Сальса, ну ты да. Заставила меня тут понервничать. Ну смотри, как ни странно, капитан Огонек выиграл. Я даже не ожидал, если честно. Ну и в конце концов опять у нас будет разгром. Опять же он. Так, бабах, давай иди сюда. Мы тебя выбираем. И на этот раз он, наверное, будет еще круче. Так что сосредоточились. Зашибись он начал, да? Игру. С королика. Вот что я тебе хочу сказать. Ладно, я, наверное, вот это оставлю все. Как у нас с тобой есть. Разгром хочет отобрать трон себе. Он начинает игру с королем зомби плюс 5 единиц здоровья, но теряет минус 3. А, у него карт мало, да? Ну, любого шитика сюда поставит, и ты сам знаешь, в кого он может превратиться потом. Угу. Чё? Ты понял? Он еще сделает безумие. Ё-моё. Слушай, мне даже вот это вот. Ага, 4 или больше. А у него 3 хп, то есть я не могу его уничтожить, да? Ха, ты жук. Сидит там, блин, со своим безумием. Давай вот так вот сделаем. Все равно, ребята, он иначе уничтожит просто-напросто. Упс. Слушай, а у него что, одни заклинания, что ли? Так, ну, в этот раз, ребята, он доигрался, мы его сможем сейчас наказать. С помощью нашей вот этой вот бомбы. Да-да-да-да-да, хорош там на троне, сидит он. А мне что-то подсказывает, что у него будет сейчас еще один король такой. Нет? Ладно, и слава богу. Так, получи в ответку. Так, нам нужно либо груз сейчас выставлять. Сейчас посмотрим, кто у него появится здесь. Никто. Давай мы поставим с тобой груши. 2 штучки. Так, 2 или меньше. Тратит, да?
шар. Две карты у тебя, парень, две карты. Бабах. Наверное, никого у него там подличка выпала. Так, 6 энергии. Мы с тобой можем вызвать спокойненько. Тихо, 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 родной. Что нам здесь сделать? В принципе, есть вариант. Смотри, мы с тобой делаем вот так вот. И наносим ему урон. Ну, конечно, фонарик наш... А, нет, не погибнет. Фонарь наш еще будет жить. Но зато этой мумии здесь не будет. Давай. А теперь мы с тобой выставляем, наверное, нашего имитатора. Сейчас глянем. Он опять за свое, а? Смотри. Смотри, что творит. Я хотел имитатора вызвать. Ну, я думаю, ты понимаешь, для чего. Так, а если мы сделаем, например... Блин. Ладно, я рискую, ребят. Просто посмотрим. Угу. Вот так он сделал. 6-8. 6-5 становится. Ну, здесь, конечно же... Вот, вот он лечится. Ну, тут, конечно же, нам нужно уничтожать его через что? Через защитника. Могилоеды выпадают. Но, по-моему, они нам здесь не пригодятся. Так, защитник сможет пробить? В принципе, да, сможет. Слушай, у него же есть заклинание, да? Убить растение за одну энергию. Так, но он применяет челюсть. Так, он применяет челюсть, и мы его сразу не добьем. Фонарь уничтожается у нас. Песик, зачем мне этот песик, а, ребята? Слушай, ты достал. Вот так мы с тобой сделаем. Это для начала. Блин, могилоеды мне тут всю малину портят, если честно. Вот так. И, наверное, вот так. Поехали. Так, ну это и мумии крышка. Вот тут, конечно, немножко все похуже. 20 здоровья мы оставляем ему. Давай эти могилки свои, а? Я хочу их поуничтожать. У меня очень много карт. Ты, ёпрасоте. Что творит? А, могилу я эту могу уничтожить, точно. Хорошо. Кто там у тебя сидел? Ага, зомби с неуязвимостью там был. Так, я, наверное, вот сюда вот поставлю имитатора. И поехали. Дай мне нормальную карту, чтобы имитатора превратить во что-нибудь хорошее. Упс. А вот это дело дрянь, друзья мои. Это уже не смешно. Твою же налево. Ну что, придется нам, наверное, с тобой делать. Погоди-ка, нет, мы лучше вот так сделаем. Уничтожим здесь. Ага, ты понял, да, кто у него там был? Дальше что мы с тобой сделаем? Наверное, поставим сюда вот мину. Блин, я совсем забыл про имитатора. Я совсем забыл про имитатора. Я просто взял, тупо мину сделал. Короче, здесь я сам виноват. Сглупил по-черному просто-напросто. Микс меня здесь уже не спасет. А у него еще и призраки, оказывается, есть. Что делать-то, ребят? Абсолютно нечего, да? Просто абсолютно нам здесь делать нечего. Ну, вот так вот. Трындец, конечно. И этого не уничтожим. Тут получим люлей. Ну, тут фейл. Тут уже мне ничего не поможет. У него преимущество, да, так скажем. Причем офигенное тут. Вот как вот их добить здесь? Никак.
Так, два в лицо получим, и тут пять. Все, короче, проиграли. Да, немножко, конечно, медленно. Почему-то он получает урона, блин, мало. Я понимаю, броня. Че, на броня поглощает 3 единицы урона? Интересно. Так, давай переигрывать. Бабак, в принципе, должен здесь справиться. Я попробую, ребята, все-таки им закончить эту миссию. Но если со второй попытки не выйдет ничего, конечно, будем что-нибудь другое выбирать. Так, есть мина. Мы знаем, что он сейчас будет делать. Прокачивать своего вот этого чудика. Да-да-да, Дэйв, я знаю. Он будет его прокачивать, вешать на него безумие, наверное. Мне так кажется. Хотя, кто его знает. Ну вот, смотри, мы наносим ему урон уже в размере 3 единиц. Жалко, что я не могу его добить. А хотелось бы. А мы сейчас, в принципе, это и сделаем. Ага, отвлекает меня, да? Нет, парень. Я на это не куплюсь. Я на это не куплюсь. Ну, здесь уже, наверное, будет полегче. Наверное. Да уж, полегче. Короче. Там, наверное, танцовка. Нет, зомби. С неуязвимостью. Хорошо, что я не сюда поставил, да? Призрака он получит в руки. Теперь давай думать дальше, что нам делать. 6 энергии. Так, призрак. Он ничего не делает, окей. А мы с тобой вот так вот бомбанем. Смотрим, уничтожит или нет. Ну, конечно, челюсть у него есть. Этот зомби еще жить будет, да? 5 энергии. Могила едно выпадает. А у него ничего нет, получается, да? Слушай, если я вот так вот сделаю. Пока ничего не буду ставить, ребята. Оу-оу-оу. Ну, мы можем, в принципе, бомбануть его на следующем ходу. Но 5 в лицо так неприятно. И 8 хп всего остается у нас. Защитник на следующем ходу выставляется у нас. Так, 3. Блин, ну надо в любом случае уничтожать. Защита, интересно, сработает у нас сейчас или нет? Сработало. И это прекрасно. Нет, 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 парень. Убери свои надгробия. Они нам здесь вообще нафиг не нужны. Окей, и сделаем, наверное, с тобой вот так. 2 урона. Все равно выживет, а? Охламон, он выживет, ребят. Далее что нам с тобой? Фонарь. Слушай, ты достал, а? Хильнул, да? Ладно, поехали. Хватит любоваться уже. На это нам пофиг. Главное, чтобы он не уничтожил мне его, понимаешь? Он же может там вытянуть карту. Она у него наверняка есть. Или будет. Ага, рыцарь в броне. Что нам сделать? Давай мы с тобой, наверное, вот так вот сделаем. Ух, 9, это неприятно. Так. Этот выживет, у него будет сколько? 5-1. А, 5-2. Даже так. Слушай-ка, слушай-ка, слушай-ка. Можно ли нам как-то его... Можно, в принципе. Давай сделаем. В плане. Бомбим это надгробие. Что там у него там? Твою ж налево, если бы я знал, конечно бы я не тратил. Так, сюда поставим фонарь. Сюда мы с тобой поставим амфибию. И все это дело вот так вот прокачаем. Погнали. Так. Этого уничтожаем. И еще 4 в лицо. То есть 7 единиц сейчас мы ему пропишем. Так. Итак. Защита сработает, это понятное дело. А у меня всего лишь какие-то бомбочки тут выпадают. Поехали. Угу, это ерунда.
Так, сейчас смотрим, что у него здесь. Слушай, в любом случае мы его сейчас уничтожим. Сейчас у него сработает защита, так ведь? Ну и что? Фонарь-то тебя сейчас добьет вместе с моим малышом. Все. Доигрался разгром на скрипке. Как ты видишь, у нас все удачно получилось. Бабах, красавчик, конечно. Тут не поспоришь. Ну что, ребята, а в следующей серии у нас будет полет супермозга. Мы ему крылышки-то, я думаю, подрежем, да? И упадет. Кстати, надо было бы, конечно, в лигу идти. Но это все будет намного позже. Ну а на этом, ребята, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!